Волна субботников, которая прокатилась по Ноябрьску, принесла свои плоды. Город стал значительно чище. Правда, коммунальщики жалуются на жителей отдаленных поселков, которые зачастую и сами не спешат наводить порядок на улицах и чужой труд не берегут. Самые большие нарекания в этом плане посыпались на ближние СМП. Горы мусора здесь никуда не исчезли. И, к слову, не меньше представителей управляющих компаний беспокоят пустующие жилые дома. Жильцы ветхих и аварийных строений расселены, а здания подлежат сносу. Но денег на эту процедуру не хватает. Так, на сегодня в городских поселках порядка 50 брошенных жилых домов, а снесут в ближайшее время только 5. Остальные либо станут убежищем для бомжей, либо превратятся в несанкционированные свалки. Во всяком случае, примеры этому нередки.